Полиция Саратова обратилась 82-летняя жительница Октябрьского района по факту дистанционного мошенничества. Женщина рассказала, что в конце июля ей позвонил неизвестный, представился сотрудником Центробанка и сообщил, что неизвестные лица совершают в отношении нее мошеннические действия. Собеседник посоветовал перевести денежные средства на безопасные счета. Пенсионерка послушала незнакомца и перевела на указанные им реквизиты 845 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Женщина призналась, что ее неоднократно предупреждали о подобных фактах мошенничества как сотрудники одного из банков, так и полицейские. Благодаря их действиям женщине все же удалось сохранить часть сбережений. Я пришла опять вот в этот свой родной банк, а там все счета мои заблокированы. Я говорю, ну хорошо, скажите мне, куда мне теперь идти? Что мне теперь делать? Идите в полицию, там они будут разбираться. Месяц сотрудники полиции отговаривали переводить деньги. Вы свои деньги просто кому-то отдали. Ну, вот получается так. Напоминаем, сотрудники банков не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой. Не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые безопасные счета. Их не существует. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности счета, позвоните в банк самостоятельно по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты, либо обратитесь в ближайшее отделение банка.